31 движение кота с палкой Джо будет представлено точно в той форме, в какой оно было передано О-сенсеем. Так как овладеть кота сразу очень трудно, мы изучаем его, разбив на 31 движение. Постепенно все эти 31 движение сложились в Джо-кота. А теперь я покажу вам 31 движение Джо-кота. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. А теперь я объясню. Многие люди изучают технику Джо, однако мало кто по-настоящему понимает это оружие. В этой видеокассете я постараюсь подробно объяснить вам перемещение и другие аспекты кота в деталях. Важным моментом является то, что кота начинаются и заканчиваются в одном и том же месте. Поэтому имеются отличия кумите с Джо от кота. Их я объясню подробнее при рассмотрении куми-джо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Для того, чтобы изучить кота, мы разложим его на несколько компонентов. Движения кота отличаются от их выполнения в куми-джо. Так, например, движения 15-16, 20-21, 25-26 сливаются воедино. Сейчас я покажу вам это. Вначале я объясню это на примере движений 15 и 16. 15 и 16 движения в кота производятся следующим образом. В куми-джо они выполняются как одно движение. 20 и 21 движения производятся следующим образом. 2 отдельных движения в кота становятся одним движением в куми-джо. Также 25 и 26 движения являются двумя отдельными движениями в кота и становятся единым движением в куми-джо.
Ката практикуется в виде 31 движения для тренировочных целей. Причиной этого является то, что иным путем трудно освоить эту последовательность. Для кумиджо, напротив, основным требованием является скорость выполнения движений. О-сенсей не считал правильным методику тренировок, связанную с разбивкой движений на составляющие и со счетом 1, 2, 3 и так далее. «В боевых искусствах нет такого понятия, как движение на счет», — говорил он. «Однако это единственный приемлемый подход, который можно применить при обучении большого количества людей». Именно это послужило причиной разбивки кота на 31 движение. В кумиджо все по-другому. Пожалуйста, не забывайте об этом. 20 субури. О-сенсей обучал начинающих джо-кота в 31 движение. Кроме этого, он оставил нам в наследство много других джо-кота. Однако, так как они достаточно сложны, я разбил их на части для более легкого освоения и таким образом составил 20 движений субури. Я сделал это для облегчения усвоения материала при занятиях в группах. А теперь я покажу 20 субури. Первоначально я покажу 5 ски, то есть тычковых ударов. Чокудзуки. Хайсидзуки. Уширадзуки. Вариации из левой позиции Цки Гедану Гаэши. Цки Джодан Гаэши Учи. Пять секущих ударов. Шоумен Учикоми. Рензоку Учикоми. Мен Учи Гедангаэши. Мэн Учи Уширацки. Гияку Йокумен Уширацки. Три движения катате. Катате Гедан Гаэши. Катате Томаваси. Катате Хацудзи Нуцигаэши. Пять хассо, или движение по восьмерке. Хассо Гаэши Учи. Хассо Гаэши Цки. Хассо Гаэши Ушира Цки. Хассо Гаэши Ушира Учи. Хассо Гаэши Ушира Барай. Две вариации Нагари Гаэши. Хидари Нагари Гаэши Учи.
Миги Нагари Гаэши Цки. А теперь посмотрите с другой стороны. Чоку Цки. Кайси Цки. Ушира Цки. Цки Гедон Гаэши. Цки Джадан Гаэши Учи. Шоумен Учикоми. Рензоку Учикоми. Мен Учи Гэдан Гаэши. Мен Учи Усира Цки. Гияку Йокумен Усира Цки. Катате Гидан Гаэши. Ката Те Томаваси. Ката Те Тохаци Нодзи Гаэши. Хассо Гаэси Учи. Хассо Гаэси Цки. Хассо Гаэси Усира Цки. Хассо Гаэси Усира Учи. Хассо Гаэси Усира Барай. Хидари Нагари Гаэши Учи. Миги Нагари Гаэши Цки.
Так как Джо Кота в 31 движение, оставленное нам О-сенсеем, сразу тяжело изучить освоить, то мы разработали парные упражнения, основанные на этой кота. Существует много вариантов, и я хотел бы разобрать их, переходя от одного к другому. От первого к третьему. Один, два, три. Теперь я объясню. Когда он начинает прямым ударом, я ухожу влево и выполняю хай-сит-ски. Он парирует до того, как мой хай-сит-ски достигнет его груди. На счет два он атакует чокут-ски. Я делаю шаг вправо для контроля его удара. Затем я отбиваю Джо вниз и наношу тычковый удар. О-сенсей говорил, что вы можете или надавливать вниз, опуская его Джо, или ударить по руке, а затем нанести тычковый удар. Он также говорил о том, чтобы вы избегали травм при занятиях с партнером. Существует один важный момент, на который необходимо обратить внимание. Отбивая Джо противника, нужно опускать правую руку. Иначе вы направите его Джо против себя. Это опасно. Посмотрите, как это нужно делать круговым движением. Ключ к правильному выполнению движения – работа правой руки. Один, два, три. А теперь я объясню движение с четвертого по шестое. Начиная с позиции номер три, переходим на четвертую, пятую, шестую. А теперь пояснение. Я парирую ски и наношу удар в голову противника. Он делает шаг назад для парирования удара. Затем он делает шаг вперед и наносит реверсивный удар. Я уклоняюсь, смещаясь влево, и наношу удар ему в голову. В этом пункте для него существует несколько возможных вариантов исполнения, хотя ряд основных движений остается без изменения. Теперь он закончит левым тычковым ударом. 4, 5, 6. Теперь мы покажем другой вариант. 4, 5, 6. А теперь две последовательности с первого по третью и с четвертой по шестую будут соединены в единую комбинацию. Один, два, три, четыре, пять, шесть. А теперь, пропустив движение 7 и 8, мы рассмотрим движение 9-11. Семь, восемь. Отсюда 9, 10, 11. Попытаюсь объяснить. С 6 по 8 движение я атакую в направлении назад, а противник делает шаг сзади, приближаясь ко мне. Затем я поворачиваюсь для выполнения движений 9, отставляя ногу назад. Он собирается нанести мне удар в голову. В этот момент я выполняю движение 10, нанося ему удар в запястье. Мы заканчиваем последовательность
движением 11, проводя решающий удар. А теперь выполним движение с 1 по 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь от 13 до 17. 13, 14, 15, 16, 17. А теперь объяснение. Важно, во-первых, чтобы противник не пытался парировать мой тычковый удар с использованием своей левой руки таким способом. Это неправильно. Правильно будет отвести удар таким образом, используя правую руку и принимая стойку готовности. Затем 15 и 16 движения выполняются как одно. 13, 14, 15, 16 как одно движение. А теперь выполним движение с 18 по 22. 18, 19, 20, 21, 22. А теперь объяснение. При проведении тычкового удара я отбиваю его вниз. Затем я провожу гиданский. Далее движения 20 и 21 выполняются как одно. В тот момент, когда противник поднимает джо, я наношу удар. А теперь выполним движение с 13 по 22 как единую последовательность. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. А теперь движение с 22 по 27. 22. 23, 24, 25, 26, 27. Мы закончили разбор на движении 22. Когда я выполняю удар, противник уходит и в свою очередь наносит тычковый удар. Движения 22, 23 и 25, 26 выполняются как одно движение. Теперь движение от 27 до 31. Двадцать семь, 28, 29, 30, 31. А теперь движение от 13 до 31. 1. Теперь разберем все кота по блокам движений. Движение с 1 по 3. С 4 по 6. С 9 по 11. С 13 по 17. С 18 по 22. С 13 по 22.
22 по 27. С 13 по 27. С 27 по 31. С 13 по 31. Десять Куминжо. Я хочу объяснить вам 10 Куминжо. О-сенсей оставил нам, кроме кота, в 31 движение много различных приемов с джо. Тем не менее, он систематически не обучал практике Куминжо, давая время от времени отдельные движения. Я сам сформировал Куминжо для демонстрации и отработки техники джо. Таким путем получилось 7 Куминжо. Затем, в 1973 году, я получил награду Будо-ходжо и должен был представить демонстрацию в Будокане. Для этой демонстрации я разработал еще 3 куминжо. 8, 9 и 10. А теперь я покажу все 10 куминжо.